24 марта 1945 года уроженцу Узловского района Владимиру Ванечкину присвоено звание Героя Советского Союза. Наши войска двигались на запад. Стрелковому взводу под командованием Ванечкина была поставлена задача форсировать реку Варту. Пятеро добровольцев вместе с командиром взвода, несмотря на снег и холод, преодолели водное препятствие вплавь. Немцы заметили атакующих, только когда те открыли по ним огонь. Нападение было настолько внезапным, что противнику пришлось отступить в лес. Пятерка смелых заняла выгодные позиции. Когда же закончились боеприпасы, Ванечкин приказал бойцам воспользоваться брошенным оружием врага. Стрелковый взвод 20 часов удерживал плацдарм, пока шла переправа. До победы оставалось 46 дней.